это канал Canada Cars, автомобили из Канады во все страны мира. Меня зовут Алекс, и в этом видео мы покажем, как для парня из Львова, Роман, привет, мы приобрели вот эту прекрасную машину на аукционе Impact Auto. Это Toyota Venza в хорошей комплектации, машина очень, с очень слабым повреждением. Машина получается под ключ 2015 года с пробегом 80 с копейками тысяч километров. Под ключ уже со всеми расходами чуть-чуть больше 14 тысяч долларов США за пределами порта Одессы. То есть растаможенная со всеми абсолютно расходами. Она буквально через месяц уже будет колесить по дорогам Украины, ну, после ремонта, естественно. А сейчас я вам ее покажу, что она из себя представляет. Мотор 3.5, полноприводная, с кожаным салоном. Прекрасная комплектуха. Поехали, я вам ее покажу. Посмотрите, эта машина 85 тысяч километров имеет, 2015 год, Toyota Venza, вот ее ВИН-код, последние цифры, и вот ее номер лота. Машина заводится и едет, белый перламутр, шикарнейшие диски, повреждения, сейчас мы остановимся на повреждения, посмотрим, что там. Резина в хорошем состоянии, резина Michelin. А диски здесь 20-е, вот они, 245-50R20. Ну, можно сказать, что резина, в принципе, не в плохом состоянии. Так, ну вот посмотрите, тут, в принципе, что надо делать. Собственно говоря, вот он удар, да? Вот эту часть, понятно, надо будет шаманить что-то с ней. Фонарик поменять, бампер менять. Ну и здесь, как вы видите, снизу тоже замято кое-что по металлу. Надо будет чуть-чуть, опять-таки, над этим шаманить. Но это не катастрофа, и для Украины это тем более не катастрофа. То есть вот оно, вот это повреждение есть. Все, больше ничего нет. Теперь давайте покажу вам ее... моторный отсек покажу и потом покажу вам ее в салоне. Давайте попробуем ее. Вот. Секретные кнопки на акуре, не на акуре, на это как его, на Вензе. Есть. Ну да, вот есть контакт. А ну-ка, можно вот этого поставить? Красоту. О, вот, видите? Что это такое? Теперь объясню вам подробности. Помните, у нас был ролик в ноябре или в октябре? Назывался он «Ржавые канадские ведра». Вот, так это именно к этой теме относится, потому что машина из города Оттава, вот, а в провинции Квебек и частично провинции, допустим, в Онтарио, то, что касается Квебека, там машины обрабатывают специальным антикоррозийным покрытием. Видите, вот эта желтая штуковина? Вот эта желтая штуковина, это и есть этот жир, парафин с солидолом. Видите? Чтобы ничего не ржавело. Ну и, соответственно, вот здесь тоже вот я испачкался. А вот за счет этого капота это покрылось грязью, пылью какой-то, да? Вот, ну, она пачкает немножко руки. Ну вот, смотрите, мотор 3.5. Хороший двигатель для того, чтобы установить на нее газ. Она будет очень экономичной на газе. То есть это полноприводная версия автомобиля. Значит, давайте глянем, что у нас там с маслом вообще, какая ситуация.
масло вообще чистейшее, как будто меняли не так давно его. Просто супер чистое. Можно ее завести? Хоть посмотрим, как она работает. Ну вот как работает двигатель. Смотрите, еще аккумулятор родной. Тойотовский. Не меняли его никогда. Вот. Вот такая интересная, прикольная машина с прекрасно работающим двигателем. Полноприводная. Ну, я думаю, что Роман из Львова, который будет на ней ездить, останется очень довольным, потому что машина реально в хорошем состоянии. Вот, а теперь давайте покажу вам салон, потому что салон реально уникально сохраненный, то есть очень хорошо сохраненное состояние салона. Вот, посмотрите, у меня просто руки грязные, не буду уже проводить по сиденьям, но чтобы вы понимали, вот смотрите, во-первых, все, давайте покажу щиток приборный, все в километрах, видите, 220, там 200, 180, это все в километрах, естественно, пробег общий тоже в километрах. Ну и вот на улице показывает температуру. Вот видите, если так. 28 градусов Цельсия. Расход топлива, видите? В литрах на 100 километров. Никаких галлонов, ничего там нету, непонятно ничего. То есть в этой комплектации что? Камера заднего вида есть. Посмотрите. Подогревы сидений. Ну, то есть, в принципе, машина не в самой плохой комплектации, а, скажем, даже в очень неплохой. Кожаный салон, электрорегулировка сидений. Вот ее ГИН-код. Сиденья не помятые, не замятые, все отлично. Посмотрите, какая она сзади. Сзади вообще как будто никто не ездил. Сидушечки новые. Ничего не потерто, ничего не затерто, видите? Удар здесь, видите, произошел удар, но зазорчик-то нормальный здесь, видите, ничего не ушло. То есть зазор четкий. То есть он все как было, так и осталось. Здесь ничего не промялось, это касательный удар был. Ну вот, вот она какая. Покупка. Удачная покупка для человека с аукциона Impact Auto. Видите, кожаный салон. Какие-то книжечки все есть, видите, по вот этой машине. Абсолютно все книжки. Собственно говоря, вот она такая лапочка, которая... В принципе, завтра мы ее грузим в один из таких контейнеров, вот, и отправляем в Украину. В дальнейшем мы, может быть, даже поможем человеку перевезти ее из порта Одессы во Львов на этом автобусе по территории Украины. То есть мы делаем полностью под ключ. Вот под ключ получается она чуть-чуть дороже $14 000 США уже в Украине со всеми расходами. Вот такая здоровая, прекрасная покупка. Хорошо. Счастливого пути этой машине прекрасной. И, ребята, обращайтесь. Сейчас прекрасно есть варианты на аукционе Impact Auto, которые, в принципе, вас не ждут. Поэтому не теряйте время. Обращайтесь к нам сегодня, чтобы купить автомобиль своей мечты. Все.